Дворы Мирного приведут в порядок. В городе продолжается благоустройство придомовых территорий и асфальтирование дорог. Новый дом по адресу улица Амосова, 20, был сдан в декабре 2015 года. Прошла весна, затем лето, и перед городскими властями встала новая задача – не допустить попадания под здание дождевых и талых вод. Эта проблема возникла сразу же после того, как была отсыпана прилегающая территория. Если в этом дворе ничего не сделать, то здесь будет озеро. Помогут осенние дожди, а затем и растаявший снег. В таком мнении сошлись члены городской комиссии по благоустройству. Причина налицо. Оснований для строительства детской площадки выше, чем фундамент дома. Решение проблемы нашли на месте. Вот этот бордюр задрать выше. Для того, чтобы вода, вот мы сейчас со свадьбой... Я не уходила. Да. Но как такую высокую преграду преодолеют инвалиды или мамы с колясками? Ответа пока нет. Окончательное решение в мэрии примут позже. В дальнейшем здесь будет в следующем году установлена спортивная площадка, а в этом году проведены работы по устройству бордюрных камней, по выделению газонных зон, по завозу грунта и посеву травы. Асфальтирование этого и других дворов городские власти закончат до конца сентября. Все, что не даст доделать погода, чиновники перенесут на следующий год. Руслан Фаткулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».